отправятся многочисленные фотовспышки. Ну, поехали. Бразилия, Германия. Теперь это в истории разместилось на своем месте. Уже 5 секунд как. Составы команд. Сборная Германии. Оливер Кан в воротах. Второй номер Томас Линке. Пятый Карстен Рамелов. Седьмой Оливер Нойвель. Восьмой Дитмар Хаман. Одиннадцатый Мирослав Клозе. Шестнадцатый Йенс Еремис. Семнадцатый Марко Боде. 19-й Берт Шнайдер, 21-й Кристоф Метцельдер и 22-й номер Торстен Фринкс. Старший тренер Руди Фёллер, вот он. Старший тренер возится Луиш Филиппе Скалари, был на ваших экранах чуть раньше. Теперь состав сборной Бразилии. Маркус в воротах, 2-й Кафу, 3-й Лусио, 4-й Роки Жуниор, 5-й Билсон, 6-й Роберто Карлос, 8-й Жилберто Силова, 9-й Рональдо, 10-й Ривальдо, 11-й Рональдиньо. Входит в штрафную, в подкате убивает у него сейчас под ног Томас Линки, 15-й номер Клеберсон. Последний из этих самых бразильских магикан. В общем, первые 11 номеров, за исключением 7-го в составе у бразильской команды. Сейчас на какой футбольный сайт не зайди, везде онлайн этого матча. Во всем мире так. Первой угловой заканчивается ничем. И Жилберто Силва, человек-невидимка этого чемпионата мира, держась за лицо, проверяя, все ли у него там цело, ощупывая скулу, зубы, нос и то, что в носу, возвращается на свое место. Но, разумеется, нет насадков прогнозов, и опять-таки вряд ли имеет смысл делать их обзор, потому что все прогнозы сводятся к тому, как выиграет Бразилия, так или иначе. Ну, а возражают с позиции исключительно мировой футбольной истории. Отнюдь не всегда фавориты побеждают. Известные исторические достоинства немецкой сборной. Ну и прочее, и прочее, и прочее. То есть, по большому счету, конкретика, говорящая за немецкую команду, может возникнуть только по ходу матча и только уже непосредственно на поле. Вот мы и будем этого с вами ждать. Оливер Нойвель, чье участие в финале стало возможным благодаря поправкам в правилах. Опасно ошибается защитник сборной Германии. Клеберсон подает, но это для Кана. Это называется Кан, разомнись, возьми и выбей. Что он сейчас и сделает. Или, может быть, бросит. Такой взгляд. Нет, есть у сборной Германии абсолютно конкретные козыри. Называемые, осязаемые, вернее, называемые и осязаемые. Это Оливер Кан, конечно же. Конечно же. Кандидат на звание лучшего игрока чемпионата. Ну, конечно, в зависимости от того, чем закончится сегодняшняя игра. Мирослав Клозе на левом фланге оказался. Лусио оказался против него. Это пока не персональная, разумеется, опека. Тем более, что сейчас Лусио уже около Нойвеля. На левом фланге Бернд Шнайдер. Он сегодня фактически заменяет Баллока на позиции атакующего хавбека. Как, боже мой, три защитника сборной Бразилии машут ногами мимо мяча. На правом фланге, естественно, Фринкс. Фринкс бросает мяч Хаману. Снова Фринкс. Рамелов. Линке. Все-таки три защитника действует сегодня немецкая сборная. Два стопера и либеро Рамелов. Сейчас атакует Бразилия. Ривальдо. Клеберсон это был. Клеберсон набирал скорость на правом фланге. Ничем это не заканчивается. Кристоф Метцельдер и Томас Линке на позициях стопперов. Между ними, то позади, то впереди, оказывается Карстен Рамелов. На правом фланге Фринкс. А на левом что же? Дедушка Боде. Толкает в спину Клозе Роки Жуниор. Клозе поднимается. Роберто Карлос. Очень изящный на Рональдиньо. Тот идет чуть назад. Через центр. Кафу. Значит, на правом фланге Клеберсон, раз Кафу остался позади. Рональдо. Не торопится ни одна из команд. Роберто Карлос. Какими силами Германия защищается. И как она это делает? Вот Ривальдо скомкал мяч левой ногой. Как здорово, Ривальдо! Блестящий играет в подкате Томас Линке.
И заметьте, пытался нафигать со своей командой. И тут же желтую карточку получает. Наверняка это Жилберто Силва. Это его обязанность встречать атаки соперника, пусть даже и ценой предупреждения. Это был Роки Джуниор. Но левый стоппер тоже вполне мог там оказаться. Сугубо номинально, конечно, позиции бразильских защитников. Роки Джуниор и Эд Нилсон вообще очень часто меняются местами. А Лусио чаще действует чуть правее центра. Но это все очень ситуативно, потому что на самом деле они могут... Три стоппера, вот они три стоппера и есть. Что-то в позиции страхующего. Но это не либеро, это так называемая диагональная подстраховка, когда сосед страхует соседа. Друг через друга падают немцы. Неужели в этом усматривают нарушение Калина? Эд Нилсон, он левша, он чаще оказывается слева. Роки Джуниор чаще оказывается все-таки в центре. Но если мяч на левом фланге, он, естественно, тоже там. Маркус будет центр ставить. Не знаю, для чего. Мне почему-то кажется, что может быть удар поворотом сейчас. Хотя Бернд Шнайдер, он же должен почувствовать себя лидером. Бернд Шнайдер, которого в Германии называют бразильцем. Калина командует всеми шагами площадки. Эд Нилсон показывает, что руки у него за спиной. Он с Марко Боде. Подача. Нет, пас. И удар поворотом номер. Удар поворотом. Опаснейший момент. Подставлял ногу Кристоф Метцельдер. Очень была близка Германия к весьма и весьма реальной угрозе. Но пока что странно, эта фаза близка к реальной угрозе. Ну, когда поставляешь ногу, знаете, вопрос миллиметра. Может быть опасно, а может быть в молоко. Вводит правый край Шнайдер. Его номинальная позиция в прошлом сезоне в клубе. С этого же он начинал в сборной. Вот растет на глазах. Кто бы вспомнил, что, допустим, еще в стыковых матчах с Украиной Берт Шнайдер оказался в сборной только потому, что он был дублером Дайсера, который получил травму чуть раньше. Дайсер так и не поехал на чемпионат мира. Такая опасная ошибка. Леберсон с левой ноги, левая тещина. Левый он бьет весьма и весьма неважно. Ну, по сравнению с правой, конечно. Каждому из нас, зрителей у экранов, дай бог, такой удар левой, как, наверное, есть у Клеберсона. Частенько он занимает позицию на правом фланге. И возникает вопрос, как он делит правый фланг с Кафу. А очень просто, когда Кафу подустанет, он скакивает назад. И если Клеберсон справа, значит, Кафу закрывает фланг в качестве защитника. Все нормально. Как сверкают глаза Луиза Филиппе Сколари. Как не сверкают даже глаза Пьер-Луиджи Калина. А здесь что было? Ничего особенного не было. Борьба, да и все. Бросает мяч Кафу. Йенс Ермис. Номинально он заменил в составе Михаэля Баллока, то есть он вошел в состав, его фамилия написана вместо фамилии Баллока. Кафу и Вирослав Клозе имеют о чем поговорить, они будущие одноклубники. Клозе получает желтую карточку. Два таких. Но здесь-то нет, это не два подряд. Там, по-моему, не было практически ничего, а здесь Клозе Эд Нилсону врезал конкретно, причем... Не знаю, может, конечно, это рефлекторно, потому что нападающие выставляют, ох, какое лицо, выставляют сейчас руки уже и двигают локтями фактически на автопилоте. Но здесь необходимости в этом не было никакой, потому что Нилсон проиграл позицию, Клозе выпрыгнул выше и раньше. Страдальческое лицо защитника французского Лиона. На левый фланг, там Рональдиньо. Рональдиньо не просто, конечно, выиграть мяч. По-моему, это был Линке. Новавиль, ох, как здорово сыграл Новавиль. Ринкс. Атака сборной Германии правым флангом. Подача! Воу! Как играет Эд Нилсон. Встряска, которую дал ему Клозе, весьма и весьма оказалась действенной. Мы уже видели в его исполнении грубую ошибку. А вот смотрите, как здесь разыграли на левом фланге. Отыграли Лусио, который кинулся страховать.
Там не было Роберто Карлоса, он ушел вперед. Так Германия фланги используют. Опаснейший момент. Нарушение правил со стороны немцев. Я согласен с арбитром. Очень просто и действенно. Только нужно, конечно, исхитриться и исполнить замысел Руди Фёллера. Роберто Карлос и Кафу, они не то чтобы увлекаются атакой. Нет, у них обязанность доставлять мяч в атаку, приходить в атаку. Это просто их номинальная, штатная должность. Ну и, естественно, если в атаке мяч теряется, то быстрый перевод мяча на фланг за спину убежавшему линейному игроку, это, конечно, способ что-либо здесь сочинить. А тут еще и Эд Милсон, который Роберто Карлоса чаще страхует слева, получил повреждение. Естественно, возникла прореха. Немцы прочитали эту историю, конечно, очень быстро и очень свободно. Снова аут. В чем же шанс Германии? Шанс Германии в оккупации. Ой, что я сказал, шанс Германии в оккупации. И шанс Германии в том, чтобы занять середину поля, конечно, где у бразильцев не большие силы скоплены, даже чисто количественные, но и в быстрой фланговой игре. Рональдо. Со спины все такое же, спереди какой-то странный нарост впереди, как у динозавра возник. Роберто Карлос. Там барьер против него довольно серьезный. Перевод на Ривальдо. Ну и Ривальдо для порядка сбегал туда за Метцель. Они сейчас меняются местами, я думаю, Ривальдо и Рональдиньо в первую очередь. Может, здесь вопрос, почему Ривальдо со своей рабочей левой находится справа, а Рональдиньо, предпочитающий играть правой, находится, например, тоже не на своем, казалось бы, фланге. Именно в силу того, какие у них рабочие ноги, они от этих пальцев сваливаются в центр. В частности. Хотя, конечно, это часть плюсов, которые на этом можно пожать. Прессинг немцев. На правом фланге снова Берншнайдер. Ну, успел вернуться сюда с семимильными шагами. Отыгранный был уже Эд Милсон. Леберсон. Сыгранный в мяч. Калина был рядом. Заметьте, Калина все время в идеальной позиции. Фринкс. С него Роберто Карлос. Ну и что, бить Хаммон, убить, удар по воротам! Удар-то не получился, но и такой удар мог быть опасен. Рикошет и прочее, сами понимаете. А вот сейчас, в принципе, конечно, не хватило техники Роберто Карлос. Вот на этом, как это делается, вот так и так. Хороши немцы, последние минут пять, просто хороши. Хаммон и Рамело. Фактически пара центральных защитников сборной Германии. Поправкой на схему, конечно, поправкой на все остальное. Кто бы мог подумать. Левым флангом атакует Марко Боте. Положения вне игры не было. Ох, какие немцы. Команда 2. Два и вверх. Что бы это значило? Взлетай, Капу. Маркус убивает мяч. Рональдо с потерянным видом пока ходит по чужой половине поля. Ох, нарушает правила сейчас Нойвель. Но он просто уселся на руки Жуниора. Руки Жуниор. Сегодня можно постараться повторить достижение своего старшего брата. Стать чемпионом мира. Я имею в виду под старшим братом Рокки Джуниора, просто Рокки, которого исполнил Сильвестр Сталлоне в свое время. Кстати, это во все времена, оказывается, был любимый фильм Тони Шумахера. Вратаря сборной Германии, который, кстати, так и не стал чемпионом мира. Хотя, наверное, был достоин этого только больше, чем тех, кто этого добился в итоге. В 90-м году, я имею в виду вратарей. Такой сборная Германии. Шнайдер налево. Боде, Боде бежать. А это Клозе. Против пятерых не особенно побегаешь. Это не в немецких традициях. Пойти на пятерых. Шнайдер обыгрывает вполне по-бразильски. Кафу простые лопатства. Клозе падает. Там было сыграно в мяч. Надо подниматься. Ух, какая фланговая игра у Германии идет. Просто загляденье.
показать бы, как Шнайдер там обыграл человека по фамилии Кафу, который подряд третий финал чемпионата мира играет. Вот это было, там было на что посмотреть. Нойвель подает. Бразильцы не уступят в игре головой, конечно. Сегодня, безусловно, во многом матч тренерский, потому что обе команды в тактическом смысле имеют белые пятна в своих расстановках. Роберто Карлос и Берт Шнайдер. Эта борьба началась еще в финале Лиги Чемпионов. Вот, в частности, у Бразилии фланги такие неоднозначные. Можно использовать эти их особенности. В центре поля, повторяю, немного народу. Но у немцев, безусловно, нехватка персонального мастерства. Очевидность швов в линии обороны. На самом деле, в Германии такие случаи же обычные добивалась успеха в финальных матчах чаще всего. Она из трех своих чемпионских титулов только один выиграла в качестве фаворита. А именно в 90-м году. И выиграть наиболее тяжело. А так, сегодняшняя ситуация по раскладам, во всяком случае, 54-й год, наверное, когда великая венгерская команда с великими игроками была все-таки повержена. Вот как разбирается Берн Шнайдер. Нойвель. Кафу бежит рядом с ним. Кафу принимает его на корпус, и конечно же нарушает правила. Так просто этого парня, друга фотоспышек, не обвести. Ну, конечно, на руку рукой прихватил Нойвеля. Подача. Подача не удалась. Рональдиньо. Рональдиньо у своей штрафной. Впервые на арене. Рональдо на левом фланге. Чуть-чуть не хватило поля. Камиса 12. Вы видите надпись. 12-й игрок. Камиса — это футболка. 12-й игрок публика. В Японии, в частности в Йокогаме, едва ли не футбольной японской столице, где были времена, аж две футбольные команды было. Бразильцев, конечно, любят очень. Хотя и немецкие футболисты после того, как стали чемпионами в 90-м году, собственно, и годы создания J-лиги. Вот опасно. Рональдиньо. Рональдо! Ну! Какой промах! Кто знает, может быть, потому получилось мимо, что Рональдо, по сути, впервые получил мяч. Но какая же кружевная вышла атака. Вот этот пас под пятку Метцельдера. Длиннющие ноги этого финала. Самый длинный. Выставил и не достал. И Рональдо. Атака стоит пока что всех немецких, в смысле остроты. Германия пока такого не создавала. Но, я вас уверяю, такой-то момент Германия забьет. Если, конечно, он у нее будет. Отличный, отличный футбол мы смотрим. Отличный. Линки на правом фланге. Нойвель уже справа. И, конечно, но и велю технику призанять бы. Рамелов. Явно не у Рамелова технику занимать, но и велю. Рональдо бежит на Метцельдера. Метцельдер на утек и с Каном. Вот они двое. Кан и Рональдо. Кан играет на своем первом чемпионате мира. На предыдущем он сидел в резерве. Страшно подумать, правда? За 30 человек. Последние 2-3 года однозначно лучший вратарь мира. И дебютировал на чемпионате мира только сейчас.
и Рональдо. Его третий финал. В первом он, правда, не играл. Хаман. Метцельдер. Направо. Там кто у нас? Это Флинкс, наверное. Шнайдер это был. Флинкс бы не решился. Хаман. Отбрасывает мяч Еремису. Хаман борется дальше. И в Роберто Карлоса. Вот Роберто Карлос. Почувствуй себя стенкой. Иногда. Рамелов. Не особенно активен. Ну, вынудит Рамелова сделать длинный пас. Это, в общем, не самое плохое решение. Хотя в данном случае у Рамелова получилось. Роберто Карлос. Стали поактивнее бразильцы, препятствовал начинать немецкие атаки. Лусио. Вот его знаменитый рейд. Лусио. Ну, что ж такое-то, а? Самоотверженно играет Рамелов. А вот этот рейд Лусио. Ну, в общем, Рамелову он, наверное, тоже неплохо известен. Хотя в Байере он играет так довольно редко. Эд Нилсон. Мне показалось столкновение игровым. Они просто летели на один и тот же мяч. Ну, абсолютно здесь ничего не было. Со стороны Эд Милсона. Я буду отстаивать эту точку зрения. Просто Клозе пришлось больно. Вообще, напрасно кто-то думает, возможно, что бразильцы не умеют играть жестко. Очень даже умеют. Вспомните хотя бы, как Роберто Карлос разбил лицо Хасану Салихамиджичу в матче Реал Бавария, когда Салихамиджич позволил себе хамские высказывания. Разбил у всех на глазах. И всем было от удар порт, когда можно еще желтую карточку получить после свистка. Разбил тогда у всех на глазах лицо Салихамиджича. И все это видели, все понимали как. Но придраться было нельзя, потому что была просто жесткая игра. И я думаю, что, может быть, отбился сейчас действительно сыграл жестко еще и потому, здравствуйте, Ваше Величество, императорское, что Клоза был с ним групп в одном из предыдущих эпизодов. Вот сейчас Нойвель и Лусио. Ох, как Лусио играет. Казалось бы, проиграл позицию на длиннющие ноги. Уже наступил на Нойвеля, мне кажется, это случайно. Не могло бы там никакой грубости, они в одной команде играют. Смотрите, вот тогда проиграл, но длиннющая нога. Все же сыграно здесь правильно, грамотно, мяч. Не пошел туда, наверное, Шнайдер. Смотрит на часы Руди Феллер, что он там видит. Сыграно почти 25 минут. Вот Михаил Балок. Вот кем бы сегодня быть, наверное, не хотелось. Хотя, с другой стороны, почему нет? Балок не чувствует ответственности за результат. Он свое дело уже сделал. Он, в общем-то, герой в любом случае, при любом раскладе. Хотя, я думаю, что, конечно, он такими мыслями не занят. Хаман. Пошел, Диди. Принц. Очень неплохо. Немножечко не точно. Бежали с позиции к воротам. Кода идет вперед. Но, мне кажется, напрасно пошел вперед, потому что сблизился с защитником. А вот в этой паузе, которую Капу или кто-то еще, короче говоря, бразильцы ему давали, в этом было многое сосредоточено. Германия владеет территориальным преимуществом. Ну, а, собственно, этого вполне можно было ожидать. Повторяю, бразильцы в центре поля. Жилберто Силва де Калиберсон. Два человека всего мужиков-то. Калиберсон, да я, думаю, Жилберто Силва. Маркус думает, выходить ли ему из ворот. Ну, и туда его, правильно. И Шнайдер. Умнейший игрок. Я, правда, думаю, что Балок ему, конечно, не заменить, потому что значительно хуже от природы он оснащен, менее разнообразным.
технично это феноменально, но вот вместе с Баллоком, конечно, они могут многое. Левое колено Эд Милсона, об этом думает сейчас, наверное, вся Бразилия. Об этом думаем и мы. Запавшие глаза Эд Милсона, если его немножко побрить, я думаю, за колено он вполне сойдет. Арнальдиньо сам виноват, оперся тазом на немецкого защитника, а тот возьми да отойди. Леберсон. Ривальдо. Как здорово приложил мяч Леберсон. Налево Роберто Карлос. Хорошая атака. Может получиться прострел Роберто Карлоса. Это именно был такой прострел. Подставляете, братцы, ноги. Снова Роберто Карлос на левом фланге. Кого ищет его партнер? Блестящий пас. Чуть-чуть не успевает Кафу. Потому что он сначала хотел в центр уйти под эту передачу, а потом только понял, что в центр не получится. Минут сыграно 0-0. Германия, Бразилия. Бразилия, Германия. Как угодно можно говорить. Хотя официально Германия указана первой. Формально она хозяйка. Линке. Бразильцы играли, имели перед финальным матчем на день больше, на день меньше, чтобы отдохнуть, но зато им не нужно было переезжать и скорее в Японию. В общем-то, сомнительный, конечно, размен. Но так всегда бывает. Одного один на день больше, другого на день меньше. Это все из-за нас с вами, чтобы мы не два полуфинала в один день смотрели, а с толком, с чувством, с расстановкой. Очень хороша Германия в эти минуты. Но вы знаете, я не хотел бы в этой связи хвалить именно Луди Фёллера. Мне кажется, нужно говорить о тандеме тренеров. Отлично друг друга дополняющих. Фёллер и Скибе. Скибе тактик, в какой-то степени чуть больше теоретик. И Фёллер с его огромным управленческим опытом, с его огромным опытом лидера в человеческом переводчик качестве. Нойвиль. Шнайдер. И вот теперь налево. Боде! Боде, Боде! Боде! No Боде! Что-то пока вот два раза подряд Боде не особенно. Не то, чтобы не блещет, а я бы сказал наоборот. Вот Рональдо получил по правой голяшке. Видимо, мимо щитка. Да, с мыска вот так вот в бок голи не получить. Приятного, я думаю, немного. Рональдо. Рональдиньо. Рональдо! Второй момент Рональдо. Блистательно играет Кан. Поаплодируем мы мысленно и Томасу Линке, который навязал таки Рональдо борьбу, из-за чего он не лучшим образом справился с этим мячом. Там была нормальная совершенно борьба, это не нападение на вратаря. Кан мяч не смог зафиксировать, он словно упал ему, вернее, под него. Клозе. Клозе Эд Милсон. Эд Милсон хорош, резкий парень. Заметьте, он продолжает прихрамывать.
а в резерве у Бразилии здесь не получилось. Рональдо? Нет, Линки здесь ни при чем, просто сложный был мяч. Икан как-то молитвенно рухнул на игровой снаряд. Маркус отлично играет кулаками. Рональдиньо прыгает. Вперед Рональдиньо побежать. Здесь Рональдо и Рамилов. Рамилов падает, сам падает из-за неловкости собственной. Лишний сделал шаг вперед. И здесь Фигринови. Первая минута идет. Бразилия, Германия 0-0. Германия, Бразилия то же самое. Первый Шаталина, еще судья мира. Как много и часто мы говорим о судьях напрасно. Как много и часто мы рассуждаем о них, в основном, когда это происходит вперед, задолго. Анализируем матчи, которые они проводили. Я никогда не забуду, как теперь уже, как Калины вину перед тем, как он работал в полуфинале Лиги чемпионов Реал Барселона, было поставлено в вину, что он имеет контакты с Adidas, который является спонсором одной из команд. Давлением на арбитра не берет, говорит, никто ни в какой ситуации. Почему еще хочешь сказать про Калина? Ведь его могло не быть на этом чемпионате. В связи с состоянием своего здоровья, с болезнью, он не смог вовремя сдать физические нормативы. Мы пошли навстречу. Кафу. Новель садится вслед за ним назад. А почему в Бразилии не получается быстрый переход от обороны к атаке? Ну, мы видели, что немцы не брезгуют мелким полом. А чем, собственно говоря, брезговать? Все-таки, если бы кто-то брезговал, допустим, длинным пасом, хотя есть такие команды, или кто-то, допустим, брезговал подкатами. Это такой же прием в футболе, как и все остальные. Вот этот Милсон, здорово выходит на перехват Метцельдер. Контратака, и вот бросается на перерез Роки Джуниор. Это снова он. В том, что касается чтения игры, пожалуй, он посильнее других бразильских защитников. Хотя высоко его ценит Скалари. Не случайно на едва ли не самый ответственный матч, когда только начиналась реконструкция бразильской сборной, отборочный матч с Парагваем, поражение в котором было почти для Бразилии равносильно вылету из отборочного турнира, Роки Джуниор вышел с капитанской повязкой. Хотя в том матче играл Ривальдо, по-моему. Ну, был хороший состав, не был только Рональдо, который был тогда травмирован. Рональдо. На правый фланг. Такой пас ведь попал Джона. Боды, смотрите, насколько выше Боды Кафу. А пас был такой, что мяч Боды облетел, и Кафу вдруг шмякнулся, который тут же и стоял Ривальдо. Ну, это пижонство, за это наказывает футбольный бог. Поднимайтесь, Рональдиньо, поднимайтесь. Эта игра пойдет без вас. Это Эдмилсон играет на перехвате или Лусю? Лусю. Конечно, Лусю чаще бывает справа. Ну, кажется, упустил мяч, да. Это боковой судья тоже помогает. Наверное, это Лейф Ингберг. Надо полагать. Ну, здесь, конечно, Рональдиньо, он не изображал, нет, он действительно должен был упасть, потому что он уклонялся от контакта с Берндом Шнайдером. И, может быть, если бы он не сумел так ловко убрать свое бедро правое, может быть, судья и имел основание свистнуть. В случае Шнайдер, возможно, поймал бы его на колено. А так, действительно, артистичное падение. Снова Рональдиньо.
на самом платке ушел от Еремиса. Ривальдо. Рональдо. В мяч сыграно. Легкая заминка, и вот уже Линки под вами. Последние 3-4 минуты явно за Бразилией. Роберто Карлос. На Рональдини будет встреча, конечно. Мяч под правой ногой. Здорово в подкате сыграл Дитмар Хамен. Рональдини не подумал, что уже все кончено. И опасности сбоку сзади ждать незачем. А это был Диди Хамен, который чисто, вопреки фамилии, вовсе не Хамон. Сыграл в мяч Рамелов, можно бить. Шнайдер уходит влево. Мотает он Жилберту Силву. Я думаю, что не было там нарушения правил. После угловой. Все, мяч от Шнайдера ушел. Ну что ж, 5-й угловой сборной Германии. Раньше Шнайдер подавал угловые, выполнял штрафные, сейчас только штрафные. На угловых он отходит чуть назад, располагается перед штрафной на подборе. Толкались немцы. Слишком сильно, поднимайтесь, Томас. Да, это ваш футбол такой. Поправьте ее и идите домой. Роберто Карлос. 38-я минута пошла. 0-0 Германия, Бразилия. Мне показалось, было нарушение. Клозе. Клозе сегодня поглубже действует. Не знаю, с чем это связано. Возможно, тем самым компенсируется тоже частично нехватка Баллока. Клозе помогает средней линии. Хамон. Принц. Ну, Роберто Карлос, так просто не уйдешь. Ой-ой-ой. Наступил там на Ривальдо Рамелов. И, конечно, надо извиниться. Это ситуативная совершенно вещь. Никто не виноват. Ну, не наступил, не прыгал, конечно, на грудную клетку, а так вышло, что не успел поджать ногу. Или Ривальдо хотя бы сразу хватается именно за лицо. Если бы на лицо так наступил Шнайдер, даже так мягенько, но все-таки бутсы, боюсь, что скверно было бы. Хамон, Нойвель, тут же встречает его защитник. Это был, по-моему, Эдмилсон. Значит, Нойвель был на правом фланге перед тем, как прийти сюда. Мы знаем, что он сейчас там располагается, когда сборная Германии в обороне. Забирая вправо, развивает контратаку. Так немцы забили сборной Кореи. Роналдиньо. Тоже такая умница настиг его. Это Нойвель вернулся. Да, вот он вам финальный матч. Ну и что же, Бразилия имеет большое преимущество? Да нет. Я не имею в виду именно территориальные расклады. Как раз в этом смысле можно было быть уверенным, что Германия будет больше владеть мячом. Рамелов.
Ну и что, теперь будем перерыва ждать? Сыгран на 40 минут. 0-0, Германия, Бразилия. Прямая трансляция на НТВ плюс футбол. Рамелов. Таман. Чуть назад. И еще назад. Дальше уже ворота. Вас, как говорится, некуда. Как только игра остановится, мы сразу видим, что Эдмилсон чуть припадает на свою левую ногу. Нойвиль. Опасный удар. Шнайдер бил. Еремис. Ну ладно. А что означает эти три топора, интересно? Неплохая задумка, как подходит мяч к Клеверсон, можно бить левой ногой, удар! Ох, какая контратака! Вот она, известная шаблонность действий германской сборной. Подключение Клеверсона, этого необычнейшего футболиста, который может и вперед пойти, и на правый фланг. Но подключение способно ее разрушить. Вот этого, конечно, надо забивать. Надо попадать. Кан вовремя вышел из ворот. Большего о нем мы сказать здесь не можем. Есть такое преимущество в ударах по воротам у Бразилии. А еще был случай безударный, когда Рональдо выскочил один на один. Да не хватило ему чуть-чуть, чтобы обработать мяч. Нам, я думаю, Кану было бы очень трудно совершить свой законный, вернее, законный сейв. И аут. Рамелов. Прессингом. Ну что ж, об итогах первого тайма, я думаю, что он показал, как Германия, насколько она серьезно подготовилась к матчу с Бразилией. Но показал он и другое, что Бразилия к этому уже приноровилась. И нашла противоядие. Вот он, Клеверсон. Нарушил правила не он, а Жилберто Силва. Еремис, штрафную, очень опасно. Головой играет уверен, Роки Жуниор. Принц. Пас штрафную. Таман. Нарушенница. Вот вы знаете, и, конечно, нельзя не признать роль Кана в сборной Германии, настоящий лидер. Нельзя не признать роль Баллока, который забил два решающих гола в четверти гола финала. Но вы знаете, вот пусть моя воля, известная, конечно, натяжка, но вот в отношении Кана в первую очередь, я бы назвал лучшим в составе сборной Германии не Баллока и не Клоза, а Хаммана. Блестяще провел опасный момент. Ох ты, бог мой! Неужели это опять Роналдиньо? Это Клеберсон! Вот это человек! Вот это человечище! Под правую ногу мяч убрал. Вы видели? Нет, ну вы видели. Ничто не предвещало, казалось бы, да? Танцовка! Нарушение правил. Тут
колени лучше, конечно, не танцевать. Капу. Там маловато бразильского народа, что на площади-то. Они, конечно, поборолись, и, может быть, даже достойно, но на момент все это не тянуло. Против рейдов Роберто Карлоса и Капу тройная защита сводится. Во-первых, эти рейды очень внимательно встречаются. Во-вторых, каждый из них знает, что только об этом потом. Здорово. Что, угловой? Лусио показывает, что было угловой. Да, Лусио прав. Так вот, во-первых, эти рейды встречаются очень активно. Во-вторых, каждый из них, Роберто Карлоса и Капу, знают, что чуть затянуть, задержаться, и за их спину бегут уже ребята. Но если они приходят все-таки в атаку, штрафной-то уже. Немцы головой играют же прилично. И численное превосходство немцев там гарантировано. Вот, пожалуйста, вам и противоядие. Подача. Нет, не подача. Это поддача. Кафу. Роналдиньо. Роберто Карлос. Поставляйте ноги, парни. Рональдо. Кан, кан, кан. Вот это кан, кан. Удар, конечно, был в упор, и, конечно, он в него пришелся, но Олли Кан, он же там все-таки стоял, и он же был к этому готов, он же встретил этот удар. Вы посмотрите еще раз дважды, но здесь-то никто бы ничего не сделал. Даже великий Яшин, приз которого Кан заработал на этом чемпионате, никто бы здесь ничего не сделал. Здесь только перекладина такие ситуации вытаскивает. И вот этот самый удар, прострел Роберто Карлоса, мяч вязнет в ногах Рональдо. Очень непросто ему было, и он все-таки бьет. И Кан! Вот это да! Мы с вами смотрим финал чемпионата мира. Мы с вами смотрим, наверное, не первый в жизни, но первый, кстати говоря, в режиме прямой трансляции. На Germany 0, Germany 0. But you have just touched on the possibility of there being penalties again tonight, and then of course they say the Germans don't lose penalty shootouts. So. 보고 있습니다. 이 묘한 긴장감이에요. 이 하프타임 때의 이 운동장을 보면은요. 비파컵 모습이 보이고 있죠. 이 비파컵이 아주 극진한 대접을 받으면서 지금 일본에까지 갔습니다. 이 한국에 있다가 일본의 공수대에서 가서 일본의 한 은행 금고 안에 예치됐다가 이 무게가 5kg이 안 되죠. 4.7kg 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 자, 어느 나라가 우승컵을 갖고 가게 될지, 독일이 갖고 가게 되면은 일단 보안 문제에서는 참 편해집니다. 다음 개최국이 독일이거든요. 그렇죠. 네. 그리고 독일이 갖고 가게 되면 또 좋은 점이 전 대회 우승팀과 개최국이 되기 때문에 네. 유럽에서 한 장 더 갖고 갈 수도 있어요. 그렇죠. 이 본선 무대에. 하지만 이제 브라질이 갖고 가게 된다면은 또 이제 상황은 많이 달라집니다. 브라질이 줄리메컵을 갖고 간 적이 있어요. 세 번 우승을 하면서 영구 보호관을 하게 됐는데 그때 브라질 국기에 있는 이 지구본을 축구공으로 바꾸지 않은 것이 국회의 공식 안건으로 상정. Прошмыгнул перед камерой Денилсон. И возникла у меня мысль, как бы левую ногу Денилсона да правоногому Клеберсону за эти дни было пришить бразильским знаменитым врачам. Как было бы это круто и здорово. Как бы это было неподражаемо. И насколько же это невозможно. Настолько же невозможно, насколько и невыполнимо. Второй тайм. Бразилия-Германия. Германия-Бразилия 0-0. Второй тайм блестящего финального матча. На канале Интерплюс Футбол. Напомню составы играющих сегодня команд сборной Бразилии. В воротах Маркус, три стоппера, третий Лусио, четвертый Жоти Жуниор и пятый Эдмилсон. На правом фланге Кафу второй, на левом Роберто Карлос шестой. Центральные полузащитники Жилберто Силва строго опорный и 15-й Клеберсон опорный с хитрицой. Ну и трио форвардов. Роналдиньо 11-й. Рональдо 9-й, Ривальдо 10-й.
состав сборной Германии после того, когда подаст угловой. С левого фланга Берн Шнайдер с правой ногой, по-моему, наконец-то пошел их подавать. Закручено. Опаснейший момент! Как мяч не попал в ворота. Вот это подача. Вот это удар Йенса Еремиса, который в сегодняшнем финальном матче заменил Микаэля Баллока в составе. Ну а на поле в расстановке его заменил Берн Шнайдер. Состав немцев. Кан в воротах первый. Рамелов либеро. Вот он сейчас с мячом, пятый номер. Перед ним два стопера. Слева 21-й Метцельдер. Справа второй Линке. На флангах справа Фринкс 22-й, слева Боды 17-й. Два опорных хавбека. Еремис 16-й, Хаман 8-й. Атакующий хав Шнайдер 19-й номер. Два нападающих Клозе 11-й и Нойвель 7-й. А теперь атакует Бразилия. Рональдо пошел в штрафную. Так просто, конечно, сделать не удалось. Контроль мячом был утерян. Боды слева. Какие наши Боды? Жилберто Силва, человек-невидимка. Леберсон. Роналдиньо. Потеря. Шнайдер. Ох, какой пас! Шнайдер. Не зря его в Германии бразильцем называют. Правда, я думаю, что последние три дня он мог бы на это и обижаться. Эдмилсон. Что за оживление трибуны? Замена готовится? Не иначе. Эти вот первые пять минут второго тайма очень часто бывают как раз тем временем, в котором замены и происходят. Сразу в перерыве тренеры годят обыкновенно, потому что мало ли что. Вот, кстати говоря, вот он тандем. Михаил Скиби подошел к Фёллеру. Ну а здесь, а вот в чем дело. Подставил ногу Эдмилсон, который, наверное, кстати, и проворонил эту подачу с Еремисом, может быть. Но Маркус-то успел в угол сместиться. Кто знает, может быть, и отбил бы, хотя чего об этом гадать. Шансы у него, в всяком случае, были. Штрафной. Роберто Карл в тех положениях советовал бить. Штрафной площадке принятся, по-моему, один Клозе. Встали в стеночку три человека. Эдмилсон зачем-то. А что, кто хочет такой головой играть? Удар! Ух ты! Вот это да! Я, признаться, не знал, что у Оливера Нойвеля такая колотуха. Как-то вот все не попадалось мне в матчах Байера на это наблюдать, за это смотреть. И за это наблюдать. Ну, вот это да! Ну, Маркус-то красавец! Очень часто бывает так, что стенка сбивает вратаря с толку. Таких вот дальних ситуациях. Рамелов. Немцы развивают свой успех. По штангам, во всяком случае, уже 1-1. В матче 0-0. Фринкс на правом фланге. Неплохо Фринкс. Широкий Жуниор, куда мяч улетел? Один из берег. Чем-то Фринкс недоволен. Луис Филипп Скулари. Чем-то похоже на коллегу Гусева. И Маркус. Кто знал об этом бразильском вратаре год назад? Когда Скулари привел его в сборную, впрочем, об этом позже. Стандарт у Германии очень опасный во втором тайме, но здесь головой играет, по-моему, это был Эдмилсон. Шнайдер. Метцельдер. А Метцельдер знает, что делать в штрафной с мячом? Шнайдер, вот кто знает. Пас. Опаснейший момент. Есть кому пробить. Нет, некому пробить. Хаман. И Лусио. Хаман уже толкнул. Вот да, Лусио это все правильно сделал. Вот страсти начинают накаляться. Я думаю, от Калина это не ускользает. Ну все, конечно, игрок феноменально сочетающий ловкость с физической силой. В этом смысле вот он словно
бы слияние двух других защитников, потому что Роки Джуниор чрезвычайно ловок, но то, что касается физической мощи, он силен значительно не, уж куда не так, а Эдмилсон, напротив, слегка неловок в сравнении со своей могучей силушкой. Рональдо на левом фланге. Поле хватит. Откал мяч ушел угловой. Рональдиньо подавать будет. Или кто там с правого фланга? Капу. Слева. Рональдиньо разыграли с Альберто Карлосом. Подача. Это на гол удар, конечно. Там толкали человека, но удар пошел на гол. Это Жилберто Силва. Там Кану по руке попало. Калина подошел, проверил. Здесь все было, конечно, в пределах правил. Жилберто Силва бил по отскочившему от вратаря мячу, безусловно. Это футбол. Чуть раньше было нарушение, в воздухе толчок. Напряжение висит в воздухе. Напряжение капает на поле ураганским дождем. Напряжение манной кашей варится в кастрюле стадиона, и такое густое оно, что ложка просто стоит торчком. Кафу. Ривальдо. Рональдо. Обыгрывать Рамилову. Удар из-под Рамилова. Выставил тот свою белесую ногу. Лусю. Набирает скорость. Это Мирослав Клозе. Роки Джуниора обыграл, но Роберто Карлос еще быстрее бегает. Карлос страхует зону. Клозе. О, Клозе. А если игра пойдет до ошибки, то это уже будет немецкая игра. Вот он, немецкий шанс. Марко Бодо и Оливер Бирко сказали перед этим матчем, что эта игра для сборной Германии для них последняя. Удастся ли сегодня спеть этим лебедям? Атака Невани. Шнайдер. Это Клозе, простите. Удар по воротам. В жизни атакующий полузащитник. Интересно, команда играет на правом фланге весь чемпионат. Рано, видимо, руку замораживает. Фринкс. 10 минут второго тайма позади, 0-0. Роки Джуниор. Лусю. Удивительно похож на молодого Брежнева. Рональдиньо, парашютик на Ривальдо, но там Метцельдер, голова у него растет выше всех, по-моему, в этом матче. Бодо и набирает скорость Хаман, смыкаются перед ним Роберто Карлос и Клеберсон, значит, левый фланг обороны бразильской свободен. Нет, не свободен, Роберто Карлос уже здесь, наш пострел везде поспел.
Greens. Closer is in the center, it's over his head. По-моему, Фринкс нервничает. Уже второй раз подряд в довольно простой ситуации. У него просто не получается технический прием, причем не самый трудный. Бода слева. Хаман может убить. Хаман, удар! Какой удар! Какая опасность колоссальная! Пожалуй, что контролировал ситуацию Маркус, учитывая, что еще и в ноги летел уже бразильский человек. Но мы знаем, как там он умеет бить. У него гол англичанам на Уэмбли. Помним его голы за Ливерпуль. Берн Шнайдер сегодня, конечно, наши специалисты по Бундеслиге, возможно, и ждали от него чего-то подобного, но меня он просто поражает сегодня. Он лучше Балок играет. Балок забивал голы, но от Балока ждали еще организации игры в середине поля. И как раз с этим он справлялся гораздо хуже. А Шнайдер справляется. Хотя, может, и не забьет. Ривальдо. Какие немцы агрессивные. Нилсон плевать на это хотел, пошел вперед. Что случилось? Штрафной? Там мяч в руку попал, что ли? Ривальдо аплодирует, но у Ривальдо своеобразное отношение с судейством. Мы помним это. Пожалуй, что прав судья. Хаман выставил руку и не в плечо мячу попал, а где-то в районе локтя, хотя и чуть повыше. Штрафной удар, ну и называется Ривальдо на сцену. Это именно для Ривальдо точка, если видеть по воротам. Это не для Роберто Карлоса. Ну и не для Рональдиньо. Рональдиньо из этого сектора пробивал ворота совсем другого голкипера. Рональдо пришел даже к мячу. Но я думаю, Рональдо для того, чтобы посоветовать, как будет исполнять. Ну и мы сами знаем, что если Роберто Карлос не семенит, значит он не бьет. А его и нет там. Ух ты, Рональдо остался. Что-то новенькое. Можно бить. Рональдо. Кому-то не повезло в стенке. А сборной Германии, в общем, повезло. Нарушение правил теперь уже со стороны бразильского футболиста. Сороки Жуниор. Наверное, локтем попал своему негативу Карстену Рамелову. Казацкому роду нема переводу. Чубчик Кучерявый. Рональдиньо в центре. Пожестче бы ножку, да? Поставить звездную. Там вот видите, как Роберто Карлос. Человек, которому ни своих, ни чужих ног не жал. Леберсон. Рональдо. Понятен вот этот ход сыграть как Леберсона. Мне кажется, как раз, наверное, показали в перерыве немецкие тренеры своим подопечным, как играет Клеберсон. Вот сейчас на правом фланге Капу. Поторопился с прострелом, мне показалось. Еще бы чуть-чуть. Хотя бы еще бы чуть-чуть, ему бы уже в ноги кинулся человек. Ривальдо и Рональдо. Два родных брата набегали там по центру. Там была такая ситуация, что даже выброситься им не было возможности. Милсон. Как есть. Что, коленный мяч будет выбивать? Свистку показывает он. Кану. Тут, пожалуйста, кстати говоря, еще минут добавлено гарантированно. И
знаете, эти новые двойные футболки, они надеваются хитрым очень образом. Может, тогда уже до конца раздеться, чтобы это было больше похоже на стриптиз. Улыбка Калины. Маленькое привидение из Вазастана, дикое, но симпатичное. Вот, слава богу, Бет Нилсона удалось с одежкой управиться. Так он до сих пор в нее влезал, там, в раздевалку. Тоже очень интересно. Борьбу за мяч. Ривальдо подошло Рамело. Ривальдо долго возился. Было трудно, конечно, мяч скакал, но, может быть, уже было на партнера. Перед ним пусть бы он управлялся дальше. Хаман. На правый фланг. Торстен Фринкс. Шнайдер. И с ним борется Жилберто Силва. Опасный момент. Вот если бы удался этот удар Нойвелю, наверное, никто бы не спас Бразилию. Ноль-ноль. Какая игра? Какая игра? 18 минут во втором тайме сыграно. 0-0. Бода. Либерсон. Бода повнимательнее стал играть. Здесь застават, конечно, получилось у Кафу. Я думаю, что Янс Еремис тогда поднимется, он запомнит. А, все. Да, не поднимется Янс Еремис. Во всяком случае, сегодня. А что здесь было? Нет, вы знаете, это борьба за мяч. Все-таки это борьба за мяч. Непонятно, кто первый, кто последний. Непонятно, кого очень решительный защитник. Помните хотя бы его подкат в полуфинале в собственной штрафной в ноги турецкому форварду, когда все решали секунды. Чуть-чуть повезло здесь Кафу, не повезло Еремису, в том смысле, что именно Еремис получил повреждение. Ну и что? Кто же теперь может выйти на поле? Видите, вот как только замять боевая прекратилась, Кафу сразу же ноги убрал. Ну, так бывает, что поделать. Это финал чемпионата мира. Ставка здесь вовсе не здоровье собственного колена и не здоровье собственного голеностопа. Здесь ставка золотая медаль, которая из присутствующих сейчас на поле есть, по-моему, только у Кафу. Ну и что, замена у сборной Германии. Многострадальная средняя линия, потерявшая Тайсера до чемпионата мира. Еще. Потерявшая уже здесь Баллока. Теряет она теперь и Еремиса. Пауза в игре. Кафу еще раз извинился. He's a hard man, Jens Jeremies, and this would have to be a pretty serious injury for him to take so long on the pitch. Kalina, the referee, is allowing them more time. Ну что? Готов ли молодой человек по имени Себастьян Кель выйти на поле и усилить свою команду? Заступить на место травмированного Еремиса? Или, может быть, Еремис вернется в игру? Он же встал. Федер и Даллас здесь еще пошутили. Федер с воза стал шутить иначе. С Райкертом они шутили совершенно по-другому. 8 лет назад, 12 лет назад. Пока Германия в десятером. 20 минут сыграно во втором тайме. 21 идет. 0-0. Marco
Никто, естественно, никуда не торопится. Пока что за... Еремис пока вернется в игру. Надолго ли? Он определенно терпит. Правда, бежит нормально. Шнайдер. Подача очень опасна. Удар с воротом. Нет удара. Нет удара. Уже хотелось предусхитить события. Еремис. Герой. Молодчина. Still no score. Подбирает позиции мяч в центре. Алматоро Джуниор делает пас вперед на Рональдо, набирает скорость. Пришлось упасть. Очень грамотно действовал Линке. Момент приема мяча. На скорости, конечно, Рональдо от него бы ушел. Ривальдо! Что ж ты делаешь? Ты бог мой! Гол! Гол! Рональдо! 1-0 Бразилия! Браво! И все равно я думаю, что Ривальдо бил напрасно. Могу сразу вывести партнера 1-1. Конечно, удар у него блестящий. Нет, не обвиняйте Кана. Это била лучшая левая нога в мире. Наверное, зря Кан парировал, это что пытался поймать этот мяч. Наверное, зря. Он же Кан. Сложный мяч в низкой точке. Сложный мяч. Рональдо забивает гол в своем финале. Давайте порадуемся за него. Превозможена роковая цифра в 6 голов на чемпионатах мира. Кто бы ни был лучшим бомбардиром, Рональдо или, может быть, Клоз или Ривальдо, забьет больше 6. 1-0. Бразилия повела. 1-0. 67-я минута. Вот теперь начнется совсем другой футбол, я думаю. Да, мы знаем, что Бразилия умеет защищаться, играть по счету, да. Но Германия, это вам не Англия. Это не слон Хесли с душой кролика, нет. Это слоны с душой слоновьей. Одних штрафной не запрешься. Не быть Кану лучшим игроком чемпионата мира. Но Германия вполне еще может стать чемпионом. Принц против него Жилберто Силва. Жилберто Силвина пока взяла. Принцева пошла назад. А вот это вот как вам, а? Подача. Еремис рановато выпрыгнул. Принц, ну справа-то, туда его. Вот так, нормально. В следующий раз попадем. Бразилия, Германия 1-0. Театр еще одного актера. Great level to Rivaldo. And look at the ground he's made up then, because he was right alongside Rivaldo when the shot was hit. And he just counted just in case. Ну что теперь? Игра замен. Кто есть у Германии? Кто спасет Германию? Либерсон. Уже из другой оперы. Это уже атака была другая. Совершенно другой команды. Шнайдер. Нойвиль, Клозе. Уже здесь приехал Роберто Педро Кизинте Джуниор. Лусио убивает мяч. Защищаться Бразилия умеет. Теперь контратаки. А кстати, Роналдиньо сегодня слегка пропал, вам не кажется? Не такова его роль, как в прежних матчах. Будет звать это первый его финал и первый чемпионат мира для него. Головой с левого фланга немцы подадут. Нойвель. Терпеть, терпеть. И Арбайта. Подача на дальнюю. Маркус кулаком. Шнайдер. А вот в пользу сборной Германии. Главой, да? Значит, что главой.
Метцельдер. Опасно. Эд Нилсон прыгает выше всех. Там очередной толчок. Калина судит безукоризненно сегодня. Калина сегодня великолепен. Роналдо. Рональдиньо. Леберсон. Лусю. Пошел Лусю сам вперед. Ах, как он пошел вперед, этот Лусю. Добегает до лицевой линии. Подача. Лусю. Казалось бы, не очень быстрый, но какой широченный шаг. На перехвате играет, по-моему, это же Жилберто Силва был. Рональдиньо. Ривальдо. Просит уже в офсайде. Эх, Ривальдо. Что значит мяч под правой ногой, да, у человека? Роберто Карлос. На правом фланге Клеберсон уже в офсайде просит мяч. Все это видят. Рональдо идет вперед. И в подкате хорош Линке. Линке бог подката на этом чемпионате. Что и говорить, Рональдо сегодня показал зубы. Принц. Да, Оливер Бирхоф. Снова интуиция. Почему нет, если Бразилия защищается? Пару лет назад, ну, если говорить честно, конечно, 4 года назад, Бирхоф слыл лучшим мастером в игре головой в мире. Сейчас это, конечно, уже не так. Мирослав Клозе. Клозе для него чемпионат мира. Ауф Видерзейн. Хет-трик Саудовской Аравии. Парень, конечно, молодец. И кто виноват, что он не стал главным героем чемпионата мира? Не каждого на такой шкале можно оценить, особенно на первом его таком турнире. Все еще впереди. Абсолютно все еще впереди у Мирослава Клозе. Пока только один чемпионат мира для него закрыт. Жизнерадостные голоса японских дикторов. Рональдиньо. Бережет он все-таки ножки свои. Вот сейчас. Шнайдер. Налево. Там кто? Там Еремис. Еремис, который играет на честном слове и на одной ноге. Перевел направо. Принц. Можно бить. С правой, с левой, с какой хотите. Нойвиль. Снова он, подача. Где там Бирхоф? Ох, Роки Жуниор знает, кто это такой. Они поиграли вместе в Милане. Хаман. Шнайдер. Это не Шнайдер, это как раз Бирхоф был. Рамелов. 15 минут до конца. Хаман бьет. Пока еще не все готовы. А Калина не велел без свистка не бить. Все нормально. Удар был хорош для тира. Мяч попал в цель, в такую точечную.
Вот Рональдо боролся за мяч. Пелинке, бог подката. Рамелов. Мяч в штрафной площадке. Локтем, конечно, Бирко порубит чрезмерно. Вот он гол. Заостряют внимание на то, что Рональдо отобрал мяч у Хамана. Рональдо выцарапал этот мяч. Хан на колени. Слезы сержанта. Филиппао. Что у нас здесь? Красивый план, какой-то неряшливый. Ереми Суходит. Уходит Асамоа. Ну что? Будет в пустыне. Афу. Арнальдиньо. Когда же будут замены? Скалари. Скалари умеет просчитывать игру вперед. С Турцией была великая замена Белетти, когда в центре поля турки стали главенствовать. Очень четко они были остановлены. Роберто Карлос на скорости уйдет, конечно, от Асамоа. Убежать, кто его обогнал, но Асамоа же под кать может сыграть. Подача. А там кто? Вот здесь никого, вот что самое главное. Германия начинает немножко расклеиваться. Потому что Бразилия не дает ей мяч. Ривальдо, Рональдо, можно бить. 2-0. Восьмой гол Рональдо на чемпионате мира. 2-0. Бразилия пятикратный чемпион мира. Пятикратный чемпион мира Бразилия. Пента, пентакампионы. Здесь Кан ничего не мог сделать, конечно. Либерсон, такой пас, как Ривальдо пропустил. И какой удар, тут никто не возьмет. Вы знаете, что я вам скажу про Германию в этом матче? Вот, собственно, то, что по большому счету было ясно до игры, конечно. Все Германия может. Дисциплинированная, отличная, мощная команда. Забивать ей некому. Некому у ней забивать. Тому и забивал Баллок. Все, чем он мог помочь команде. Знает, как отобрать мяч, как его не отдать, как прийти к штрафной. Умные, разнообразные игроки. Забивать некому. Ничего, через 4 года парни, все будет уже за вас. Справьтесь только с этим ажиотажем. Либерсон, вот что делает. Вот чертяка. Дать подвинился нам, ребят. Из него финал не финал.
약간 보여주고 있어요. You've got to be there to miss chances. I mean, he could have had a hat-trick at half-time. He's got two in this second half. Конечно, Германия проигрывала 0-2 Аргентине и сравнял счет. Во-первых, те, кто были голы забиты в другое время и в другом месте. В первом тайме, а во-вторых, и главное, то была другая сборная Германии. То была сборная Германии, которой Фёллер, во-первых, играл. Играл в Нюрнберге, а роднит финал тот с этим. Роднит финал тот и этот, другое обстоятельство. Там была ошибка Шумахера, здесь ошибка Кана. Лучшие вратари своего времени. Ну что поделать? Лучше приковано все внимание. Поэтому, когда они ошибают, начинается надолго. Это как с иностранным тренером. Если он облажался и поехал себе домой, никто этого не вспомнит. А если он чего-то добился, это можно педалировать особое внимание. Хотя дело, конечно, в национальности тренера, в состоянии футбола. Вот и Лусио доигрался. Что, Андерсон Пол, или он вернется? А Самоа? Время еще есть. Не будь они немцы, если они этого не помнят. Какие крики, какие вопли доносятся с поля. Фрингс можно бить, пас штрафную. Удар в Маркус! Вот это вратарь, а! Тогда такие были у Бразилии. Я не договорил, ведь... Это, что называется, человек Скалари. Шнайдер. Ну, куда отдавать? Чуть назад, да. Удар еще один мимо цели. Маркуса привел Скалари. Он сказал, что я знаю этого вратаря, он силен. В Бразилии даже не было мысли, у кого его в сборную позвать. Играл Дида, отличный голкипер. Что вы там не говорили о нем, все эти слепые поклонники серии А. Не в каждом чемпионате может играть не каждый игрок. Каждый игрок находит свой чемпионат, свои условия для футбола. Дида великий вратарь по таланту. Вот Скалари выбрал другого человека. И этот человек вырос буквально на глазах. Поверьте, я ходил по ночам смотреть отборочные матчи Бразилии в квалификационный чемпионат мира. Маркус начинал как робкий вратарь. Даже не верил, что у него 1.93 роста. Вот совсем другой человек. And a free kick once again. It's Schneider who's down. Takes it quickly. Kalina wants the substitution made now. It's going to be Juninho. Кстати, интересно, что все три вратаря сборной Бразилии, Маркус, Дида и Рожери Усени, одного года рождения. 73-й. Рональдиньо уходит. Подталкивает его Рональдиньо, чтобы поскорее шел. Жувиньо Паулиста. Помните, он получил травму накануне переезда мира во Франции. Тогда Загало сказал, если бы мы выбирали сердцем, мы взяли бы Жувиньо. Да, Метцельдер. А сборная Германии — это все-таки команда проект. Было бы неправильно, если бы она выиграла чемпионат мира. Если бы она выиграла, было бы правильно. Но она его не выигрывает, и кажется, что у нее есть большая справедливость. Почему? Да потому что ей еще расти. Ей еще расти все. Она сыровата, она молода. Она только-только обновилась. В ней молодой, в общем-то, начинающий тренер, начинающий тандем-тренер. Мы говорим ей браво, да, она дошла до финала. 5 минут до конца, всяко бывает. Манчестер 2 гола забивал в ворота Баварии. Давайте на этот момент забудем все сказанное, давайте посмотрим, что будет делать Бразилия в эти минуты. Выпачен мяч в центре поля. Контратака, Жунинио. Есть вне игры, неважно, здесь есть Кан.
Неужели мы увидим его слезы по окончании финального матча? Роберто Карлос пока ничего не отдал Джеральду Асамоа. Джеральду Асамоа. Шнайдер. Снова Шнайдер. Правой ногой налево. Цигер. Фланги в порядке. Ну, здесь что? Роберто Карлос опережает Джеральда Асамоа снова. Рамилов. Матус не очень уверенно пошел на мяч, но там была офсайд. Spirit certainly Ziga's lost his Mojica, hasn't he, since the last game, but in the end that little bit of extra quality in attack. We said they didn't play well in the first half, Brazil, but they created сколько до конца great chances. До конца 2,5 минуты. Высел убивает мяч. Пусть то, что следовает сегодня много и изрядно, потому что были остановки, помогали Еремису подняться. Эд Милсон очень долго переодевался. Еще один фол в пользу Бразилии. Да. Как это не неприятно. Before the England match, the previous Brazilian manager Zagallo said that whenever Brazil beat England in the World Cup, they've always gone on to win it. This might be too important. Линки из аута бросает мяч. Идет время, и мы знаем, к чему оно идет. Бразилия чемпион, Рональдо лучший бомбардир. И он же, конечно, и лучший игрок этого турнира. Рональдо, который вернулся после тяжелейших травм. Рональдо, который... Рональдо, который Рональдо. Вот сейчас можно было, конечно, и забивать Метцельдеру, но трудно было. Безусловно, чем поделаешь. Да, вот это Нилсон вышел. Если он сейчас будет как с турками издеваться над защитниками, ему оторвут левую ногу. И, возможно, эту левую ногу только Клиберсону и пришивать придется. Вот замену командует Калина. Рональдо под аплодисменты. Ну а Скалари как встретит свою звезду? Впервые в истории, кстати говоря, сегодня оправдался прогноз Пеле. Он сказал, я надеюсь на Рональдо. Данилсон. Вот оно. Здесь сыгранный мяч. Германия. Гол. Гол престижа. Хаман. Сколько давай? Три минуты добавил, по-моему, Калина. Вообще-то немного было остановок, это правда. Роберто Карлос далеко вперед. Еще 2,5 минуты. Все понимают. Cup
Эцельдер, Жуниньо, Ривальдо. Пойдет сам, наверное. А там уже лежал Рамело, Жуниньо. Вместе с Жирзиньо. Насчет крем-брюле. Ассоциация. Нойвель. Все мы ждем финального свистка. Я называю имена чемпионов мира. Маркус, Капу, Лусио, Роки Джуниор, Эд Милсон, Роберто Карлос, Рикардиньо, Жилберто Силва, Рональдо, Ривальдо, Роналдиньо, Дида, Белетти, Андерсон Полга, Клеберсон, Джуниор, Денилсон, Вампета, Жуниньо Паулиста, Эдилсон, Луизао, Рожерио Сени. И куда без него деваться? Кака. А Бразилия в пятый раз чемпион. Это не пенальти. Вот удар. Маркус заберет, конечно, этот мяч. Вся скамейка во флагах. Герлуиджи Калина смотрит. Никогда не понимаешь, куда именно он смотрит. Но сейчас если на секундомер. Ривальдо. А Самоа. Еще одна замена. Белетти готовится выйти. Ну, выдайте мяч, дайте сыграть парню в чемпионате мира в финале. Плачет Рональдо. Он наконец-то сам завоевал титул для своей команды. Начинается оле. Выбейте мяч, дайте сыграть Белетти, парни. Жуниньо. Денилсон. Жуниньо, Денилсон. Вот Бирков бежит сюда. Он сейчас его, я думаю, убьет. И вот с момента, когда можно было показать желтую карточку немецкому защитнику, в этот самый момент звучит финальный свисток. Господа, мне добавить сказанному нечего. Бразилия – пятикратный чемпион мира. Кафу – двукратный. Остальные, по-моему, все впервые. Поздравляем Бразилию. К сожалению, трудно сейчас вспомнить, как это будет по-португальски, то есть по-нашему, по-бразильски. Репортаж о финальном матче для вас провел Василий Уткин.